Банановая кожура оказывается сразу в мусорном ведре, как только сам банан попадает в рот. А зря, ведь это золото для огородника. Какую пользу можно получить из банановой кожуры для сада и для собственного здоровья? Об этом мы узнаем сегодня. Для того, чтобы ваши растения в саду лучше плодоносили и цвели, первым делом необходимо банановую кожуру мелко нарезать. Микроэлементы, которые есть в банановой кожуре, помогут растениям. Плоды будут сочнее, а цветы пышнее и ярче. Нарезанную кожуру от бананов отправляем в самый центр куста. Буквально плотно мульчируем почву, чтобы покрыть всю землю. Таким образом можно удобрять любые цветущие растения. От банановой кожуры будет становиться только лучше. Разложите кожуру банана вокруг или на растении, которое поражено тлей. Это привлечет насекомых, которые поедают тлю. Уже через несколько минут на этом месте появится несколько божьих коровок, которые и поглотят вот эту всю колонию паразитов. А то, что у вас осталось, можно использовать с пользой для собственного здоровья. Народные целители говорят, что отвар из банановой кожуры избавляет от повышенного давления. Кожуру от двух бананов необходимо залить стаканом воды, дождаться, пока она закипит, проварить 5 минут, остудить и можно употреблять. Покупать дорогостоящие удобрения и средства от тли абсолютно не нужно, если у вас под рукой есть бананы. Пользуйтесь и с добрым утром!